Информационная служба телерадиокомпании «Гомель» протягивает работу в эфире. У студии працует Евген Поболовец. Добрый день. Глядите в этом выпуску. В Гомельском гарвыканкаме сегодня разглядели питание аховы историко-культурной спадщины. Коли молодых специалистов без опыта працы не берут на работу, на допомогу приходит программа «Молодежная практика». Удельница конкурса «Миссис Гомель-2016» рыхтуется до финалу. А зараз об этом меньшем больше подробязно. В Гомельском гарвыканкаме сегодня разглежены питание выполнения законодавства у сферы аховы историко-культурной спадщины. Серед основных порушений, которые выявляются под час проверок, размещение вонковой рекламы на помниках архитектуры без отповедных узгоднений и установка летних кафе. Олег Сенцерова знакомился со станом справ. Сегодня у Гомеле налічується больше 190 объектов, которые имеют статус историко-культурных каштовностей. Например, вот этот дом громадянских обрядов. Серед гомельчан он известный еще как былый домик урача, год побудовы 1903. При этом список объектов, которым присвоены такой статус, постоянно поширяется. У жнівні этого года, например, Совет Министров включил у него еще 12 гомельских будинков. Хутко на них должны заявиться аховные дошки. За их наявностью сочат ответственные службы гарвыканкама и районных администраций. До опошнего часу такой дошки не было только на одном гомельском будинку, который находится в приватной власності, але у речці и гэты господар погодился с потребованиями уладов. Зрозуміти его можно. Помник историко-культурной спадщины не подлегает перебудове. Іншая справа, что шерох объектов поспели переробить еще до того, как они отримали ответный статус. Яскравый приклад – сядибно-парковый комплекс были фольварок Богуславского. Непосредственно сядибный дом отремонтовали в середине 90-х, причем сделали это не вельми профессийно. Остатние 7 побудов, узведенных в середине 19-го стагодия, историко-культурными каштовностями не заявляются до этого часу, а тому относены до их отповедные. Правда, после того, как на их звернула увагу Гомельская прокуратура, ситуацию вырешили выправить. У администрации Чыгуночного района створили рабочую группу, которая выехала на место. Изучили историческую ценность данных объектов и техническое состояние. По итогам были составлены акты, и нами будет предложено, чтобы три объекта, это конюшни, включили в государственный список, а четыре объекта будем, конечно, просить, чтобы заморозили, так как техническое состояние неудовлетворительное. Одна из проблем захования историко-культурной спадщины – размещение на их рекламы. В принципе, отповедный дозвол отримать можно, але не все уладальники ожидают этим заниматься. И еще одно питание – потримание таких объектов в належном стане. За опошние 8 годов за республиканского и областного бюджетов на эти меты выдаткована около 620 тысяч рублей. Еще 90 тысяч только сёлета на потримание парадку накировали уладальники и арендаторы. У нас большинство это объектов архитектуры, они, безусловно, требуют финансирования. Поэтому это основное поле проблемное – это привлечение не только бюджетных средств, но и спонсорских. То есть все те балансодержатели, которым являются не только государственные структуры, но и частные, сегодня участвуют совместно с нами в исполнении законодательства. Сегодня сярод объектов историко-культурной спадщины Гомеля – помники архитектуры, культуры и археологии. Але увага будет уделяться не только им. В отповедности с указом президента об удосконаливании аховы археологических объектов и археологических артефактов до 1 мая наступного года будет проведена инвентаризация у всех школьных музеев с наступным складанием агульного реестра музейных каштовностей. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания Гомель. Ситуация на рынку працы в Гомельской области сёлета лепшая, чем у минулым годе. По данным Комитета по праце, занятости и социальной обороне облвыканкама на 5600 беспрацовных приходится 6935 вакансий. Летось рабочих мест было удвоя менее, чем людей, которые шукают працу. Доля молодых людей у агульной колькости беспрацовных невеликая, каля 8,5%. Але наймальники редко сгаджаются брать специалистов без опыта работы. На допомогу приходит программа «Молодежная практика». Про то, как скористаться этой махчимостью, наш наступный материал. Стаж работы по специальности – бодай первое, что цікавить наймальника после наявности диплома. Как показывает анализ рынку працы, тяжей найти место недавним выпускникам. Все лето за допомогою працеулаткования в отповедные службы звернулися больше, как 600 человек. Молодому экономисту-менеджеру Анастасии Шкуринской пошанцевало. Працу по специальности она активно шукала усяго несколько месяцев. Бывает, что этот процесс затягивается на годы. Зараз Анастасия проходит молодежную практику на одном из приватных консалтинговых предприемства у Гомеля, якое, до речи, має статус инкубатора малого предпринимательства. Ну, как правило, у нас полугодовая практика, она краткосрочная. Конечно, зарплату мы не можем платить высокую,
Но самое главное, что они получают, в первую очередь, полугодовой стаж трудовой деятельности, что им позволяет впоследствии не бояться, особенно девчатам, и уйти в декретный отпуск, потому что больничный уже будет оплачиваться. Второй момент – они становятся на самом деле экономистами. И это им позволяет через полгода спокойно идти на работу практически любую, независимо, ну, с экономическим, естественно, направлением. Желательно, конечно, чтобы эта работа была им по душе. Суб'єкти господарення Гомельської області вже оцінили ефект від задіяння працевлаштування молодих спеціалістів. За додатково створені працівні місця вони отримують преференції. У державній програмі задіяння зайнятості насильництва предугледжені сродки позабюджетного фонду соціальної оборони насильництва. Вони йдуть на компенсацію затрат наймальників для виплати зарплати учорашнім випускникам. Дякуючи молодіжній практиці, сьогодні перше місце праці, хоч і часове, отримали 156 чоловік. Наш безробот устроенной по молодежной практике, он может получать зарплату и выше, но нанимателю компенсируются затраты на оплату труда в размере минимальной заработной платы, пропорционально за отработанный период, и начисление на фонд оплаты труда. Нанимателям предоставляется возможность до истечения сроков молодежной практики трудоустроить молодежь на постоянную работу. А также они могут быть трудоустроены на постоянную работу и после окончания сроков молодежной практики. По статистике, каждому другому молодому человеку, часово працевлаштованному на полгода в городе, а у сельской местности на год, пропонуют працу на постоянной основе. Типа шансует нашей героине Анастасии Шкуринской в другий раз, покуль невядома. Але то, что ее конкурентоздольность значно взрасте, видовочно. Наталья Ігнатенко, Сергій Нігеревич, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія «Гомель». Прикладно праз два тидні стане відомо ім'я «Місіс Гомель-2016». У конкурсі примуть уділ 15 пригажунь, які мають сім'ю і дітей. Серед тих, до речі, наша колега, супрацовниця служби інформації Євгенія Савіна, мати двухгодового Федора і жінка нашого спортивного кореспондента Максима Савіна. Як іде підрихтовка до фінального шоу, довідалася Ганна Каральчук. Упершиню конкурс «Місіс Гомель» пройшов у минулом годзе. А уже у гэтым, жадаючих отримать корону пераможцы, стало амаль у три разы больше. На великие нагрузки финалистки не скардятся, хоть займаться приходится шмат. Кожный день яны сумещают семью и хатние клопоты с дефиле и хореографией. Первое время, первая неделя у нас была, получалось так, что репетиции выходили на сон. И практически у всех такое получалось, что в обеденное время сон... Проблем практически ни у кого не возникало. А сейчас уже подольше, вот сегодня целый день, мы с 9 утра здесь. Там макияж, фотосессии, потом позже репетиция в драмтеатре, то есть на весь день. Бабушка за главную, ну, вроде сынишка не против. Узрост дзяўчын, якія прайшлі ў фінал, ад 23 да 36 гадоў. У адной з конкурсантак 5 дзяцей, малодшаму ўсяго 2,5 месяцы. У сілу мудрасці і жыццёвага вопыту дзяўчыны працуюць дружным і зладжаным калектывам. Да заняткаў ставяцца сур'ёзна і ўважліва. Прыгажуні паспяваюць і зняцца ў фотасесіі, і нават рыхтаваць відэакліп. Музыкальны кліп. Мы будзем в разных образах. У нас 4 образа. В интерьерах разных, это все будет интересно, и я думаю, будет показываться во время финала на экране, в то время, пока мы будем за сценой переодеваться. Организаторы до финалу конкурсу так само подходят грунтовно. Частка коллекции одежды, что будут представлены под час дефиле, шиется у самим центре моды и прихожести «Хрустальная нимфа». Вядома, что удел у шоу примут запрошенные артисты, але их имены покуль у сокрете. Головная интрига – кто станет миссис Гомель? Вырешится 8 снежня, коли конкурсантки выйдут на сцену областного драмтеатра. Переможце достанется корона и головный приз у 5000 рублей. Конкурсы красоты будут включать в себя 4 выхода. Из них один будет хореографический, постановочный. Билеты можно приобрести в кассах драмтеатра, а также в первичных организациях БРСМ. Ганна Каральчук, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». З надыходом холодов, как правило, обостряется ситуация с простудными захворываниями, респираторными инфекциями и гриппом. Как попередить хворобу? Вакцинация. Усе за и супрать. И те оправдала довер, айчинная пришепка супрать гриппу. Про это и многое иншее пойдет размова в программе «Добрый вечер, Гомель». Гостями студии так само станут артисты Народного театра эстрадных миниатюр и инсценированные песни Дома культуры «Випра». Початок программы сегодня в 19:30 на телеканале «Беларусь-4. Гомель». На этом выпуск завершены. У студии працавал Евген Паблавец. Усяго доброго и до встречи в эфире.